мне нравятся тренировки экстремьяра, потому что они помогают мне выплескивать энергию. Первый раз поехал на тренировки и забыл взять менты. Ну, теперь придется так, доеду как-нибудь. Ну, что, пока не разваливаешься вроде. С тех пор, как я начал организовывать тренировки экстремьяра, у меня появились настоящие друзья. Мне привлекает, что здесь можно найти интересных людей. Да, говори. Которым интересно ездить и путешествовать на велосипедах. Я люблю тренировки экстремьяров, потому что здесь можно найти единомышленников, которых не так уж часто встретишь на дорогах, и провести с ними много веселого времени в путешествиях, посетить интересные места нашей области. Я могу помолчать, знаешь, вот они поговорили, как бы, чтобы растворить. Я люблю тренировки экстремьяра, потому что это хорошо. А я просто езжу и смотрю на это безумие.